Приветствую вас, Анастасия. Давайте разберем ваш текст, вашу проблему. Вы знаете, как бы вводные данные у нас такие. Мне 21 год, замужем, есть ребенок, мужу тоже 21, вместе 5 лет, пошел второй год как женаты. Муж употребляет наркотики, я знал, на что шла. Год полтора-два назад я за него могла горы свернуть. Но последние полгода просто невыносимо жить, пишите вы. Он деньги тратит на эту ерунду. Вот, знаете, в чем штука? Странно то, что вы вроде бы вначале говорите, что вы знали, на что шли, да, вроде бы вот вначале вы говорите, что я знал, на что шла. Но потом говорите, что он тратит деньги на эту ерунду. Вот. То есть как-то вот, если честно, выглядит это, ну, в какой-то степени, наверное, странно. Потому что если вы знали, на что шли, да, если вы, грубо говоря, если вы человека, ну, принимаете, да, вот таким, да, то есть если вы принимаете его, ну, особенность, его вот зависимость, к которой можно относиться совершенно по-разному, да, но которая вот, ну, объективно существует. Вот, то это одно, ну, вы, по моим ощущениям, да, как будто бы не принимаете его, не принимаете его, перестали принимать его. И вот мне кажется, опять же, что это может быть вашей проблемы, то что вы вот сами как будто бы не определились с тем, так как же все-таки вы относитесь к тому, что ваш, ну вот, к особенности своего мужа. Вы принимаете его или нет? Если вы принимаете его, это одно. Если вы не принимаете его, это другое. Вот. То есть это вот такое, на мой взгляд, конечно, противоречие, да. И на мой взгляд, на него нужно обратить ваше внимание, вот, ваше самое пристальное внимание, потому что это напрямую влияет вот на то, как вы выстраиваете свои отношения с мужчиной, да, с ребенком и так далее, Для того, чтобы выйти из этой ситуации, для того, чтобы вам разобраться в этой ситуации, наверное, наиболее верным решением будет сделать анализ вашего жизненного пути, начиная с того момента, как вы, собственно, познакомились с молодым человеком, вот, со своим, ну, будущим мужем и отцом своего ребенка.
Вот. Как вы познакомились? Что между вами общего? Вот. А с чем связано столь раннее, значит, замужество ваше и столь важное родительство? Вот. С чем связано это? Что привело вас к такой вот позиции, да, к такому, ну, решению? Вот. Это, наверное, то, на что вот, в первую очередь нужно вам обратить свое внимание, да? Вот, то есть, ну, куда вы, там, грубо говоря, торопились, да? Вот, ну вот. В принципе, то, что, наверное, вот, на что вам нужно обратить свое внимание. И как-то дальше вот уже смотреть. На свои цели, на свои приоритеты, на свои ориентиры жизненные. Вот. И как бы дальше уже можно будет как-то вот корректировать. Ваше поведение. Вот. Значит, сейчас, вот сейчас, непонятно. Сейчас непонятно, вот, ну, к чему вы стремитесь, вот, понимаете, такая штука. Вот, такая вот история. Как с этим разберетесь, ну, в принципе, все будет более-менее адекватно. На этом все. Вот. Я надеюсь, что помог вам. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится для вас самым лучшим образом.